Глава 5. Философская максима Суперджамп. Философия – это наука о человеке, а главное в жизни человека – это быть счастливым. Получается, что философия – это наука о счастье человека. Умнейшие люди на Земле тысячи лет пытались понять, что такое счастье, как его найти, как к нему прийти, как его сохранить. Мы благодарны первым философам, мыслителям за проделанную работу, но, к сожалению, им не удалось создать конкретную инструкцию по достижению счастья. Человечество давно изучает наследие Сократа, Платона, Аристотеля, Конфуция и других великих философов, но так и не смогло, опираясь на их мысли, стать счастливее. Изучая их наследие, мы так и не поняли, что нужно делать, чтобы быть счастливым. А для нас очень важно быть счастливым и каждую минуту жизни наполнять радостью и счастьем. Давайте вместе прочитаем мысли великих философов о счастье и попытаемся понять, как найти счастье, как наполнить жизнь радостью и счастьем. Аристотель. Счастье есть смысл и назначение жизни, единственная цель человеческого существования. Сократ. Обычная логика утверждает, если ты несчастлив, значит у тебя нет счастья, а раз его у тебя нет, то иди и ищи. Парадоксальная же логика говорит, если ты пойдешь искать счастье, то ты его потеряешь. Просто сядь и пойми, что оно у тебя есть. Конфуций. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Настоящее счастье – это когда любишь ты. Платон. Счастье разделяется на 5 частей. Во-первых, разумные желания. Во-вторых, здравые чувства и невредимое тело. В-третьих, удача в делах. В-четвертых, добрая слава среди людей. В-пятых, достаток в деньгах и прочих жизненных средствах. Разумные желания возникают следствием воспитания и многоопытности. Мы можем привести еще много умных цитат и высказываний о счастье. Да вы и сами легко можете скачать из интернета тысячи мыслей великих о счастье. Но вот беда. Все эти цитаты и мысли не приближают нас к счастью. Они не делают нам простой, понятной инструкции, как быть счастливым, как прожить счастливую жизнь. Что же нам делать, как быть? К счастью, в 21 веке на историческую сцену вышли новые философы и мыслители, интеллект-тренеры Суперджамп. Они не просто создали инструкцию достижения счастья, они создали новую философскую максиму. Человек есть генератор счастья. Интеллект-тренеры на практике доказали, что уровень счастья у человека очень легко развивается. Как, например, легко развивается память человека или его физическая сила. Новый взгляд на счастье в буквальном смысле переворачивает наш мир и ставит его с головы на ноги. Теперь миллионам несчастных, одиноких, уставших людей не нужно искать счастье. Все намного проще. Проснулся утром и, прежде чем жить, возьми ключи зажигания. 8 упражнений Суперджамп. Включи свой генератор счастья. Наполни себя до краев счастьем, радостью, энергией. И весь день щедро делись своим счастьем с окружающими тебя людьми. А когда вы счастливы, все негативные эмоции, ментальные страдания сами убегают из вашей жизни. Развивая, тренируя каждый день уровень счастья, вы тем самым без борьбы прогоните тоску, печаль и душевные страдания. Как работают упражнения Суперджамп? Очень легко понять на примере темной комнаты. Давайте представим, что психологические, моральные, ментальные страдания – это тьма. Чем же им еще быть? А ваш разум, ваша душа – это комната. Каждое утро вы просыпаетесь и оказываетесь в черной, мрачной комнате негативных эмоций и мыслей. И вместо того, чтобы с ними бороться, вы берете лампу Суперджамп и зажигаете яркий, добрый, сильный свет. Бах! И черная холодная тьма сама убегает со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Скорость света. Умные люди знают, что черная тьма – это только отсутствие света. Упражнение Суперджамп – яркая, теплая, сильная лампа, которая может помочь миллиардам людей навсегда распрощаться с ментальными проблемами, страхами и комплексами. Эх, как было бы прекрасно, если бы люди, изучив упражнения методики Суперджамп, каждое утро выполняли их, заряжали бы себя счастьем, энергией, радостью. Но мы же знаем, что лень –
родилась раньше человека. Что же делать? Как быть? У интеллект-тренеров Суперджамп есть хорошее лекарство от лени. Это онлайн-интеллект-клубы Суперджамп. Если человеку хочется натренировать свои мышцы, он ищет фитнес-тренера и записывается в фитнес-клуб. А если человек хочет натренировать свой уровень счастья и энергии, то он ищет интеллект-тренера и записывается в онлайн-интеллект-клуб Суперджамп. А что дает человеку счастье и радость? Давайте разбираться. Для этого представим человека, который каждый день заряжает себя радостью и счастьем. Такой человек меньше болеет и не страдает от ментальных проблем. У него всегда много энергии. Он излучает счастье и оптимизм. Значит, к нему тянутся другие люди, что повышает его авторитет и уважение в обществе. Также высокий уровень счастья положительно влияет на умственные и когнитивные способности, значительно увеличивает конкурентоспособность этого человека. Плюс счастье – хорошее настроение. Улыбки в среднем на 10-15 лет продлевает его жизнь. Делаем вывод. Философская максима Суперджамп – человек есть генератор счастья, спасает от страданий миллионы хороших людей и сделает наш мир лучше. Теперь людям не нужно мучиться, страдать, тратить десятилетия, чтобы понять, как быть счастливым. Теперь идущего, думающего человека от счастья определяет несколько, три шага. Первое. Найти приятного вам интеллект-тренера Суперджамп. Второе. Записаться к нему в интеллект-клуб Суперджамп. Третье. Использовать методику Суперджамп.